Только с магами и с варами, наверное, можно так сделать. Я... И с Афликой. Типа это. Да все равно было, кого брать, там проект был собран. Типа каких ДД брать было, мне все равно. Кто-то 20к больше дал? 20к дал. Шляхенко там много дал. 22к дал, да? Клиново. Плюс... ДК 5.7 плюс... тоже там что-то выдал. Придется снова рейд собирать, чтобы 22к выдать. Ладно. Крауд пойдет без РК, учтите этот момент, друзья. Чего не посмотрел? Да, там у меня что-то метро новое не понравилось. Вообще мне как-то две части в прошлое тоже не понравилось. Не, как-то момент... на убогое все. Момент прикольный, как он смеялся. Ну да. Я тоже не стал. Пять серий посмотрел и все, прекратил посмотреть. Все там говорят, что такое там супер классное. Ну не знаю, первую, вторую часть поиграл. Ну ты-то на убогое. Ну, это не супер классно, просто добротные шутеры и все. Да, да, шутер. Ну, так тоже стал. Тоже стал. Супер Сани специально запускают ботов, которые там на форумах пишут, как вам классная игра, и люди ведутся на это. Да ладно, бот, это когда только вышел. Мнение там ничем не отличается от предыдущей. А когда игру. Только вышел, там получается первые стримы. Графа получше, да. Понятное дело, сейчас все игры с крутой графой. Нужна помощь. Красав, слышно? Да. Ну там получается, когда первые стримеры, ее только стримили, когда она вышла, там в поиске прям вводишь метро Exodus прохождение, ну когда они стримили. И они еще дописывали, типа на видеокарте RTX там 2080 какой-то там, с какой-то там херней, отражение включенное. Сумма нет, да, это как это вообще был. Такие продажные. Я понимаю, ну как-то... Ну, блин. Стримеры так деньги заработают. Никому они ничего не дают. Ну что они там должны давать? Может быть в Европе, где-то в Америке, там кому-то и дали, там знаешь, у кого-то, короче, где 30-40 тысяч на этом, в онлайне все время висит. А из российского сегмента хер кому дадут. Ну что, в России тоже там стримеры вроде неплохие есть. Гидон купила. Еще кто-то там, я помню, смотрел. Да мы же не давали, мы же так это проплатили. Ну что вы обсуждаете вообще? Что стримерам видеокарту давали. Ну Куплинов сам сказал в первом стриме. А, ну блин. Если ты знаешь, там Куплинов, хочешь пойти какой-нибудь. У которых под 2 миллиона плюс подписчиков, у них же 6 партнерка там. Думаю, могут дать видеокарты и все такое. Мышечки там и все такое. Так, пошли у нас Виану. Иди на слово. Еще раз. Так, ставлю рыбу. Тогда потом. Дайте у нас баф. Даю пристабаф. Там, кстати, вчера, по-моему, вышел опыт. Стрим за 200, да. Ну не стрим, а видео, 200 тысяч лайков. Даешь, там бычьи яйца, сырые, едят с кефиром. Да, такое тоже есть.
Там чувак в Китае выпил какую-то неизвестную воду и умер от этого. Значит, толк. Он больше не будет стримить. Неизвестный. Дайте кулак. Кулак Хантан, дайте. Давайте. Билен, что ты бафал? Билен, давай кулак, Зикс, каску, калк, крест. И все, погнали. Это уже пульнули. Он врага скинул с какой-нибудь бычий яйца с кефиром ели. Так это еще не так вредно. Не вредно, не вредно, просто какие там рыгали. Там выпить мазут, например. Сырые, что ли? Да, сырые с кефиром, они на блендере сбили, кефир добавили. Я шашлык, кто это так дико поражает? Во с ним потом приснится. Это не очень, конечно, это прикольно. Ну не знаю, все зависит от настроения рейда в целом. Вообще, у нас план был пятилетка поставлен на конвейер 4 РЗКД, 4 ЦЛК. Не, вообще 3 ЦЛК. Планы надо перевыполнять. 3 ЦЛК на неделю. Перевыполнять вредно для здоровья. 5 ЦЛК сделали, надо еще 5 РС. Ну, 5 ЦЛК под настроением, я же собираю там вечером 2 штуки просто. Там было бы 3. Так, давайте, тщеславие босса, физик первую копию, майфрейм вторую, погнали. Престабав дайте, престы? Не знаю, погнали. Так и тебе перестали копиться, что надо сделать? Надо с лучами отбежать от босса, чтобы эти лучи пропали. Но это надо сделать быстро. Ну и поэтому в идеале на этом боссе набирать дистанцию все. Видишь, как мне повезло с... Я вот отбежал сейчас на максимальный рейндж, где я мог кастовать, и все равно накопилось. Ну, может, рядом челик стоит? Нет, нет, в том-то и дело, никого рядом нет. Не знаю, я отбежал, на мне нет луча и стаки не копятся. Вот я только 3 стака накопил на боссе. Да, это баг такой. Он во время того вот кидает метки, поворачивается на рейд и может еще одновременно накинуть вихрь, и поэтому вот убивает от меликов. Это неправильно. Я же хоть кленушки дал, я бы заотдал. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь... Где номер лежит? Вот он. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один. А я спряталась здесь и запечатала вход. Чек. Баф эти кота. Но основной целью врага... Всех миликов, в общем. Там милики у нас ловили деление на ноль, надо их бафнуть. Макрос. Алекс сразу выбрала достойных союзников.
Кто хочет с первого трая убить, поставьте после убийства босса плюс. После Халиона. Нет. После этого босса. Посмотрим. Хочешь сравнить, нет ли корреляции между теми, кто хочет побыстрее убить, и теми, кто будет вайпать? Это какое-то действие, связанное с убийством, желанием, ну, желанием убить босса. Вчера я слушал РС 2 спидгера, мне было ожидание, блин, хоть бы не убили, хоть бы не убили. Кого? У меня. А то вы так там напрягались в РС-ке, там, говорили в РК, что аж страшно стало. Здравствуй. Силиконовая Зина, это кто? Это я просто так написала, ты не думай. Как ралик? А чё не думаешь? Творога в гильдии, ГУДК. Или ГУД, как правильно, не знаю читать. Забыл, а, я был, получается. АИП на хпала. Good G, силиконовая Зина, это Good G? Да. Я не понимаю логики. Это ж мужик вроде, а говорит голосом женским, ник женский. Еще состоит в группе Лероя. Можешь это прокомментировать, силиконовая Зина? Никак. Давайте, во тьме хилит Шизар, воет длинноухий, в свету Гекада Калк, 4-й пати стоится добивать големов, демон Секонд Сокс, конечно, Калка СС на 3-й фазе, по фридомам вы распределили. Хризи танчит свет, тщеславие. Ладно, посмотри, колосса хотел. Забит. Тебя не понимать. Я тебя не понимать. Напиши в чате лучше. Так, смарт-килл, ты выходишь в свет. Понял, да? Да, да, понял. Отлично. В смысле, ты, получается, женским голосом говорил это что? Прикольнуться хотел без убит ок. Ого. Скобка смайла. Круто. Ладно. Орушок. Чек. Заходим за линию. Точно, Первая пати диспелит хилы. Ой, первая пати. Первая фаза свет хилы диспелит. Третья никто. Вторая во тьме диспелит войд. Чек. Элвин готов, друг. Все готовы. Элвин не готов. Почему? Готов. Благодетель тщеславия, начинайте. Эх, похерили мы правила про фласки, я уже даже не чекнул. Ладно, в следующий раз. Стали квадрате, сейчас будет метеор. Маркел, выноси метку. Хилла диспелин. Метеор, побежали. Метеор. Такое чувство, что на ханте был, который выносил метку. Фантастика. Уже в рейде.
Минус у Нелли. Выноси метку. Неправильно вынес. Надо в сторону морды первую метку наносить после метеора. Фу, ну. Носок выноси. Стали в квадратик, отошли от фрейма. Побежали метеор. Снова метка. Ой, метеор на человеке с меткой. Спокойно дамажит. Начинаем вторая фаза. С Шеславия сразу заходишь. Не теряем ни доли секунды для боя. Папирос диспель сам себя. Так, заходи сразу. Четвертая пати, кружок бьем. Фантастика. Смартил, за вставай. Калк по хилеву. Заходи. Смарткил. И смарткил только сейчас зашел. Спустя 5 секунд. Давайте бафы по смарткилу. Пристабав лапу, каску, кулак, интеллект. Пускать это когда зайти. Мелисинелли умирает смертью храбрых. Джест поднимает его. Нет, не поднимаем, заходим в лужу. Минус 2, минус 3 это слишком. Это не уважение к рейду, ребята. Придется давать гип. Мелисинелли, ты реагируешь долго. Будь повнимательнее. Уважаемые Мелисинелли, да, будьте внимательны, когда вы наносите метки. Смотрите видеогайды Войда, там написано, как выносить метки. Да нет, тут еще точнее надо. Просто смотри всегда на место, где вот кругляшок карты нарисован. Там может появиться квадратик такой, метка на сгорание. Видите, что волчате пишет? Не, мне закрыто сейчас. Да, я заходил к ним в РК, там, короче, поп в хламину бухой сидит и дичь какую-то несет. Интересная новость. Там, короче, верно. Возле для себя люди проводят время там. Там еще с ним Ловерман сидит, крыса, короче, тоже. Он крыса? Ну, я считаю, да, он. Нет, даже шлюха скорее вот так вот больше подойдет. Интересно, так ты от крысы до шлюхи. Короче, не знаю, шатается он по разным людям, делая вид, что ему интересно с ними, на самом деле нет. Да, мне Ловерман пишет в ПМ, и вот ведутся ссылка, пишет в ПМ, эй, заходи к попу, если хочешь мемов. Я спрашиваю, да, я не помню тебя, друг, что ты хочешь от меня. Эй, заходи, прикольно там, хе-хе. Типа, ну, не понимаю я это. Так, Джесс, ты подымал мини-цунель или не успел? Мне нужен твой БР, сын мой. Начисляем ДП, моя любимая часть в рейде. Понижаем ПР людям. Джерри он редко попадается под это. Поэтому когда они кидали ДП, ничего кончилось. Стойте, поставьте шкаф, суманете меня. Да, бафайте пока, пока я найду этих всех людей. Что там это? Кто там еще был? Аркон. Ладно, поставьте портал в Огримар, пожалуйста. Певчий, а с чего это ты дал? Смарткил ГП? Ну просто мы бьем, короче, босса, и ты умираешь. Вот я тебе дал. Нет, нет, просто ты говоришь, давай заходим, я захожу, и меня убивает босс. Нет. Да. Хотя да, ты прав, тебя убил босс, да. Да, за это ГП. Так ты смотри, слышишь, смарткил, там есть такой танк с тщеславия, возьми, на него нажми кнопочкой. И вот он пытался зайти, и вот он, ну, не дотягивался, знаешь, там пару сантиметров, и он такой двигался назад-вперед. Я смотрю на него, ты не смотрел на него, зашел, сдох, а он потом зашел и начал танчить. Да, есть разные ситуации, вот тщеславия там завис. Это ж не повод всем зайти и просто вот так та-та-та-та-та-та-та-та-та бить по боссу. Вячеславия завис, не набрал агро и сорвал, смертил агро. Да. Ну ничего страшного. Мы сделаем выводы.
соответствующий, будем играть дальше. Слышите, он на этом, на RTX 2080 Ti, у него нет лагов. Спасибо. Поэтому... У меня ноутбук времен президентства Януковича, доллар по 8, вроде не лагает. Суммоните меня, пожалуйста. Вот суммони. Я стараюсь кнопки не шумно нажимать, чтобы не повредить ваш драгоценный нежный слух. Просто у меня микрофон встроен в клавиатуру. Давайте full buff, кому там еще, давайте чекнем на buff. Ты их нажимаешь нежно и элегантно, да? Да. Кто-то нажимает так, так, можно же один раз в секунду нажимать, ГКД это одна секунда. Ваня, готов? Вспомнил видос, где это... Ваня, что? Что, мы убиваем? Да, заходим за линию. Чеславия, начинай. Не знаю, можно... Могу и релить просто, как обычно, таким нудным голосом уставшим. Как все привыкли. Давайте так. Тогда все заснут. Я говорю, видос сразу вспомнил про это. Блин, метка. Просто часто замечаемые люди говорят мне... Релли с уставшим голосом или каким-то нудным, наверное. Так выходит просто. На кольцо не сменил печать Керентура. Лужа в рейде, бежать надо. Англиф выноси. И мы снова выносим не туда метку. Туда должен выносить второй человек после метеора. Который раз, надеюсь, вы поймете это. Так, вот напевчик. И возвращаясь с ней через хвост, успел вынести метку, вернулся в рейд. Я в безопасности. Уже в рейде. Давайте в босса играем, трэш пока не трогаем. Трэш сам сольется, Джанси метка. Лужа на лужу, да? Хорош. Так, фаза пошла. Сразу заходи, Чеславий. Смарт-килл. Внимательно. БДК заходит. БДК зашел, рейд заходит. Нет, это не нормально ход задавать так, да? Не мои проблемы, что у него не загрузился. Да, это не твои проблемы. А не мои проблемы, то, что ты упал от этого. Олег. Да, на такой фазе будет плохо с трэшем, там напыла почти нету. Кот на первой фазе срывает и мирится. Шуатовтесь. Да, ну блин, я Кроуда отпустил, у него башка болела. Скажите, когда зайти? Ходи. Заходи. У нас два ханта и рога. Ну, я не знаю, я не играю за ханта, я не знаю, как вас научить на поле. Надо еще тогда ханта брать. Я был хуже, чем когда был один варенька хантом, блядь. Смарт-килл, выноси метку. Вот, идеальнейший вынос. Не попал под лезвие, молодец. То, как надо выносить метки. Давайте, все иннеры... Нет, не все иннеры, неймер. Виноухому джест Гикаде. Гикада, ты слилась по мне жестко просто. Этот отойди, Эдмон Джалс, отойди оттуда, сейчас босс появится. Аркон, а чё ты не зашёл? Отойди оттуда, не стой в центре, босс появится, умрёшь. О, Аркон, если так будешь делать, то будешь просто ГП получать за 2к. Подожди, выходим в свет. Нет, сейчас нужен был иннер, иннера не было, молодец. Стали в квадрат, иннер Гикаде, заливаем рост в свету. МК обновите. Намер, не врывайся сильно, но пула нету, в рейде хантов, рог нету. Найфрейм назад, сам себя заспылишь. Побежали метеор, во тьме длиннухи рост в свету, переключаемся большого голема и бьем мелкий трэш, смотрим лужи в рейде. А катастрофа, отбежать.
Лесинель, выноси метку. На пула 0. Хант выносит метку. Играем большого голема все. Аферист ГП. Аркон, поднимай афериста. Срыв агро. Аферист сразу играет большого голема. Сразу дали баф. Интеллект. Папиросы выноси, сам себя диспелишь. РДД помогли сыграть мелкий трэш. Встали в квадратик. Побежали метеор. Я даю пристабаф. Магу дайте лапу, каску. Смотрим лужи. Лужа в рейде. Плохо. Как всегда, выноси метку. Все играем большого голема. Сам себя диспелишь. Быстро в большого голема. Папироса бей взрывом разума. На всякий случай. Джест поднимай наймера. Ты видишь, нет на пула, блядь. Так, сейчас будет метеор. Встали в квадрат. Каплю на БДК побежали. БР только у наймера, кажется. Пою гимн на отхил. Ты сейчас уйдет БДК. Протопал, выноси метку. Никто не бьет сейчас трэш, все большого голема. Попросы, давай гимна отхил. Все, не давай, падаем. Заходим в лужу. Что ж поделать. Так, гекада. Давайте попробуем ротацию сделать. Гекада во тьме, хилишь длиннухи в свету. Аркон, заходи сразу во тьму, пожалуйста. Не пиши глупости про два копинга и соточку получишь. Твои проблемы, то, что ты падаешь. Ферист, если ты кидаешь бомбу, следи за таймером. Бомба пропадает и задевает миликов, ой, милишных мобов. Он тебя убивает, ГП. Ладно, наймеру не буду кидать ГП пока. У нас двоякая ситуация, но пула нет. Трэш надо кому-то бить. По ситуации посмотрю, давать ГП еще или нет. Кто там еще падает? Ну, у тебя мелкий трэшвилл, потому что ты его сагрил, это очевидно. Очевидно, как земля у нас круглая, а следующим президентом Украины станет Порошенко. Давайте стулик. На боссе бомба была, она разрядилась, инфосотка. Там по-любому маг долбанул бомбой, блядь, по-любому. Я играю за мага, я знаю эти приколы. Все вайпы за мага, за приста, за ретрика, за вара знаю. От этого не надо мне рассказывать, что бил голема. Просто забыл обновить бомбу. Ну, либо надо давать глыбу, либо отбегать на большую дистанцию, давать кольцо льда, щит маны. Уход в инвиз, но инвиз надо ждать 2 секунды. Чик на пул. Так, смотрите. Давайте пьем фласки, аркон, смарткилл, зикспал, длинноухий, шизар. Попросите фласки, друзья мои, у кого-нибудь, у друзей своих. Купите там, я не знаю. И, наверное, на второй фазе гекади сразу заливаем. Кал готов. Все готовы, заходим за линию. Звездочка на Шизаре. Чеславе начинай. Давайте, собрались. У нас неудачный вайб был, потому что кот упал. И лужа в рейд, плюс протопал выносил метку. Сзади него было 10 трэша, сложно было хилить, наймер выносить. Побежали метеор. Лужа в рейде, отбежать. Видите, где квадрат стоит? Он уже не в миле зоне, а вы все равно ловите урон от огня. Встанешь? Вот, нет, ничего не надо. Заливаем все иннеры длинного. Лапу, интеллект, каску, крест по шаману быстрее, пока есть время. Играем в босса. Курбик метка.
чаржишь в дружественного игрока, либо через ход возвращайся. Метеор на танке, смещайтесь. Подрат, БДК, Хризи, проводи, проводи голем и лови второго, быстрей. Трэш подальше, отведи, Англи, выноси метку. Все, не надо, отведи дальше, нормально. Далее в квадратик. Сейчас начнется вторая фаза. Вы заходите из квадрата. Как всегда, заходили, потому что босс сместился. БДК, ты тоже учти этот факт. Так, с квадрата заходим. С квадрата. Видите квадрат? С квадрата. А мы играем большого голема в кружочек. Инеры для науха, мол, не забудьте. Почему у меня 5 команды всего? Ухо. Кружок добили, отлично. А, не кажется ли вы кружок бьете во время первой фазы? Я бомбы вешу, да. Просто голем уже добили. Можно заходить? Нет. Я бомбы вешу на первой фазе. Че, не надо? Да не, можно. Просто второго голема уже. Зашли, заходим. Аркон, заходи. И на радикаде, если откатились. Сейчас будет метка с лезвием, внимательно. Аферист, внимательно. Но. Аккуратно с звонка. Кинул как. Так, Гикада, не забудь, остаешься во тьме, длинноухий в свету. У меня есть СНЛ, выноси метку. Сейчас будет лезвие, потом метка, и потом мы выходим в свет. Так, ждем метку, ждем метку, ждем метку. Ждем метку. Аферист, выноси метку. Выходим в свет. Квадрат встали. Ждем мага. Рост в свету. Наймер, выноси метку назад, правильно. Я с тебя сдиспелю. Так, метеор, побежали. Гекада, давай рост во тьме. Смотрим, лужи. Лужи в рейде, бежали. Папироса сам себя, большого голема сыграли. Наймер, следи за агро, все только в трэш играем. Наймер, можешь побить пока босса, там поковылять, что-то сделать, все, играй. Бью пока тоже трэш, это прикольно, весело, забавно. Наймер, выноси метку, диспелю. Тали в квадратик, метку. Так, трэш бейте, тоже там 40 осталось. Побежали, метеор. Далеко бежим, лужа в рейде по-любому будет. 40 свету, не бьем в свету халена, ждем трэш. Лужа в рейде, жопа. Минус НЛ, выноси метку. Диспелю. Большого голема сыграли. Хаос в рейде небольшой. Лужа наперекосяк. Папироса, гимн отхил давай. Джесс, подымай калка. Подымайте калка, кто может. У меня КД на гимн. Поднимайте калка, кто может. У всех БР. Эй! Играйте в мелкий трэш. Вставай, калк. Каплю на БДК дай, пожалуйста. Сакру по рейду. Сейчас будет гимн отхил. 6 секунд, живите. Длинноухи, ну-ка. Аркон, выноси метку сам себя. Падайте. Да ну, блядь, оно и дело, что это с фантами, они, ну, блядь, никакие, блядь. Да я... Ну, тут типа... лужа в рейд рассекла весь рейд. На пуле фанта... сложно. Нет, два фанта, ни одного на пуле не было. Я так не трэш, тупо таунтами ловил, с хилов забирал, ну, типа... Ты, короче, слышишь, на прошлом трае ты давал гимн, потом я, и у тебя не откупился, у меня тоже не откупился. Ну, в этом трае, да? Короче, я скажу одно, был Варенька хантом,
И, ну, вообще проблем не было с напулом никаких. Ну, там нормальные напульщики были, хорошие. Вуди, есть у тебя рога? Есть варик, смотрите, тикать хантов этих и, не знаю, добирать других. Есть просить опять Джериона, Варенька, кого-то еще опять заходить, тащить этих вагонов, убивать так. Либо третий варик, мы опять играем так, молимся на луже, и все, и убиваем так. Спросите, может, Редбук опять же. Просто стечение обстоятельств, лужа в рейде, хант выносит метку. Да, не знаю. Можно Архона в хила спекнуть, я на ханта зайду. Если надо... Давайте еще раз тройнем так. Посмотрим, что будет. Архона в хила, а я на рогу, так лучше будет. Тен. Ну или так. У тебя два ханта уже в КТ. Не, у меня еще Джериона есть и этот Франческо. Я не знаю, смарт-килл, смотри, есть просто сравнивать с чем. Есть Хавкер, Джерион, Крауд. Вот когда они в рейде просто, ну никак... Вообще нету проблем. Неважно, кто танчит этот каноп, который забывает включать неистовство, там еще что-то. Либо топовый протопал, или плохой протопал. Вот, для сравнения. Тут на пул, давайте лапку. Я не помню, Пюрс давно не ходил в рейд уже, не помню уже. Тщеславие готов. Все готовы, давайте собрались, погнали, тщеславие пуляй. СС должен откатиться, секонд, скинешь накалка. Так, надо выровнять босса. Сейчас дыхание будет уже все стойки. После дыхания выровняет. Выравниваем. Кризи, давай, там, отлично. Давай на себя немного. Ну, ладно, сойдет. На себя, давай на себя. Назад пройди, слышишь? Бежали, метеор. Все хорошо. Все, стой, стой. Отлично. Смотрим лужи. Играйте в босса хорошенько. Экспал метка. Должок потом будем бить. Топор убить, метка. Чардж дружественного игрока потом. Побежали метеор. Вот Наймер или Англиф. Я вас спалил, короче. Вы берите к стену. Далеко, бежим в луже в рейде. Будет сейчас ГП вам, если кто-то умрет. Именно вам. Лужа в рейде была, бля. Никада, выноси. Играем в босса, мало ДПСа. Неправильно диспелишь Гекада. Вставай. Гекада, ты диспелила? Заходи, тщеславие, сразу. И на рекалку, пожалуйста. Играйте в кружок. Поговорим об этом. Инеры Гекаде заливаем сразу. Скажите, когда зайти. Я понял. Беги, малышка, беги! Я говорю про инеры Гекаде с учетом того, что может кто-то не залил калку. МХ. Все учитываю просто. 15 тысяч миллиардов вариантов. Смотрим, лезвие вместе с метки будет. Англиф метка. Масок метка. Ждем лезвие, метку.
Не выходим в портал, не выходить, ждем метку. Никспал, выноси. Выходим в свет. Талик квадрат. В свету рост. Ленухи, назад метку. Назад. Это не назад. Ладно, поздно. Неправильно выносишь. Быстрее забегай обратно. Три стака на тебе, хилься. Побежали. Во тьме даем рост. Не надо рост во тьме. Все в большого голема играем. Лужа в рейде. Внимательно смотрим. Майфрейм, выноси метку. В квадрате морозим трэш. В квадрате морозим трэш. Кольцо льда. В квадрате морозим трэш. В квадрате морозим трэш. Играйте большого голема все. 40% у БДК. Помогите в трэш сыграть. Опять кто-то пал. Ты морозьте. Далее, квадратик. Отбежали от фрейма сейчас. Отбежали. Побежали метеор. Фридом, алло. Опасно там. Свет, стопайте по боссу, далеко бежим, далеко. Видите, где квадрат уже отбежал? Наймер, выноси метку, сейчас диспелю. Ладно, понял. Играйте большого голема все. Джесс, поднимай калка. Поедем на отхил. Сейчас повесить камень? Поедем на... Да, повесь. Смарт-хил, выноси метку. Встали к... Квадрат, трэш надо добить, каплю на БДК дай, пожалуйста. Побежали далеко, сакру, если можно. Лужа в рейде, отбежали. Капироса, давай идем на хп, пожалуйста, быстрее. Да. Большого голема играем. Лапу, интеллект, калку. Бля, маны нету, капец. Большого голема играем. Да, давай, иди на ману. И на ухо, инеры. Встали в пристапе. Побежали, метеор. Все, гимнов нету. Сакры нету. Внимательно смотрим лужи. Далеко бежим. Видите, когда квадрат добегает? Папирос, выноси метку. Играйте большого голема. Внимательно трэш. Я, короче, еще трэш и сушение бью, чтоб на меня шли, а не на хила. Играйте большого голема все. 600к надо добить. Ну и Халена, все тут тоже бьем. Дот эти. Носок тебя диспелить. Стали квадратик. Молодец. Трэш добить, от фрейма отойти. На метеор на танке смещайтесь, поворачивай на рейд. Встали в квадрат, последний трэш, Халена сюда не бить, ждем лужи. Отбежали от лужи. Резифилакса хорошенько хильте. На пула нету, хант выносит метку. Намер, поднимай аркона, играйте большого голема. Давай сакру, если есть. Понял тебя. Хорошенько БДК хиль. Все, теперь сыграли в трэш, ждем 60%. Все в трэш играем. Красава. Аферист, неправильно выносит метку. Есть сакра. Ну давай сакру. Под конец уже. Все, бежим, короче, добиваем. Итак, как итог, подытожим. Опять убили на удачу, потому что мало было луж в рейд. Плохо диспелить Гекада. Гекада надо диспелить у стены, чтобы никого не откидывало как калка и он не умирал. Англи и Фнеймер должны стоять подальше от фрейма, не ловить метеор под боссом. Ханты, я не знаю, спрашивайте у Джерина, как играть. Пула, конечно, не было. Но... Ну, с напулом в жопу, честно. Может, это протопал что-то косячит? Да, ну, блядь, ну, Олег, вчера с первого трая все убили, а сегодня я косячу. Ну, блядь, нормально. А кто протопал? Не знаю, как вы там вчера. Ну, ты посмотри, короче, вот где ханты вообще в рекаунте. 8-й и 12-й. Блядь, Джерри ниже 4-го места никогда не опускается хантом. Так само, да, Юрий и так далее. Ладно, подожди. Все, я понял. Ханты, наверное,
все дело в том, что вы не наносите много урона. То есть вы на 12-м, на 9-м месте. Вот, а такие типы как Джерион, Краут и Хавкер, они всегда в топ-5, наверное, из-за того, что у них ДПС выше и на пул лучше. Это ж взаимосвязано все. Так, давай, чешку уролим. Ваня, ты первый? Не знаю, чувак дефоль, это же вроде фуловый. Нет? Капец. Мамблев дать... Подожди, давай по тестам. Подожди, если 50 гп дать за метеор, который он далеко стоял. Все равно первый. Ну блин, там могли вайпнуться. Так нельзя стоять. Так. Наручи. Потестим. Тестить, да, тебе? Ну, Феристу тоже можно было ГП кинуть, если бы мы упали. Неправильно выносит метку. Кто там первый у нас? Ух, слава богу, что Джест. Ты серьезно? Ну, наверное, да, 3-4. Это та сейчас плачу, идет с ПРФ 23 или 22. Капец. 35. Быстрее, Дени. Так, надо. 5 варом. Плащ. Так. Плащ уходит с ПРом 10. Держи калк. Чем собирать там ПР 90 плюс, если можно 35 сволить? Калк для тебя. Ну, бля, хоть заслужил этот тип, бля. Так, а кто ливал? Ну, а в чем проблема, Олег, вот этих хардбол? В том, что они напуливают трэш, уже когда трэш под боссом, я соберу его, я потрачу таунты, КД свои, чтобы собрать трэш. И они тогда начинают на меня напуливать, понимаешь? В нормальном рейде ханты напуливают, когда трэш бежит. Я не понимаю об этом, я не шарю за хантов. Так, что делаем дальше? Прекрасный вечер, 23.43, можно, есть шанс выспаться на работу, да? Да, да. Если собирать больше РС, пойти ВВК, закончить хорошо